Всем привет, с вами Нубастер. В нашем городе появились стихийные хаги. Что теперь будет? Что теперь делать? Посмотрите, ребята, вон он, хаги огненный. Он уже идет, он уже близко. Вот он, я сейчас, меня поджарит. А с той стороны бежит хаги. Посмотрите, ледышка, походу. Бежим быстрее отсюда. Ничего себе, ребят, смотрите. Огненный хаги, он сейчас поджарит весь город. А что будет, если они столкнутся? Как думаете, кто из них сильнее? Огненный хаги или хаги-льдышка? Не знаю, я знаю только одно, что слабее их только я. Видите, меня просто пинают. Что делаете с машинами? Эй, это мой эксклюзивный набор. Вы что сделали с машинами? Давайте быстрее посмотрим, заценим. Посмотрите, что с ними произошло. Опа. Вот это да, один хаги сел на машину. Так, сейчас нам нужно этого хаги немножко пообманывать и пойти посмотреть, что с тем хаги. Мне не удается, у меня просто, смотрите, какой он опасный. Он меня жарит, как шашлычок, ничего себе. Вон там остался снежный хаги. Давайте посмотрим, ребят, что он там реально делает. Посмотрите, дядя, мне не дает, просто это самый мощный. О, я нашел огнетушитель в гараже, точно. У меня в гараже есть огнетушитель. Давайте скорее им воспользуемся. И покажем этому хаги, на что мы способны. Так, огнетушитель, берись быстрее. Так, надо его... Так, работает ли он вообще? Нет. Что-то не работает, что ли? Быстрее, валим, короче. Работает он, у него дом сейчас спалит. Ребят, смотрите, что делает. Он сейчас дом весь... Крышу уже поджигает. Давайте посмотрим на вот этого хаги, который, значит, уселся в тачку. Эй, хаги, тебе нормально? Хаги, снежок. Нормально, отдыхаю, говорит. Ребят, посмотрите, что за поза у тебя, а? Вот это да. А не тесновато ли тебе машинка, а, дружочек? Что? Я проверил, короче, огнетушитель, в принципе, ребят, работает, смотрите. Значит, хаги огненный, он уже рядом. Давайте сейчас мы его сможем потушить или нет? Ну, целься туда, это не в ту сторону, ты стреляешь, ё-моё! Как этим пользоваться? Ладно, спрячу в кармашек. Давайте сядем в тачку, увидим. Так, какую тачку? Тачка нуба, сосиска в тесте, тачка кот. Ладно, неважно, хотя бы уже в тачку кот. О, меня котик спас, спасибо, котик. Я бы лучше, конечно, сел на мотик. Ничего себе, я реально в коте, ребят, смотрите. Где я? Тут вообще ничего не видно. Видно только вот что. Вот такая вот тачка. Ой. А давайте сядем в другую тачку. Например, тут есть тачка-собачка. Ну-ка, как в тачке-собачке? Давайте посмотрим. Давайте проверим. Ничего себе, тут, наверное, так же. Не, здесь получше, кстати, ребят. Ладно, валим. Быстрее. Ну, поехали. Вау, вот это движок. У меня даже задымился сапожок. Ничего себе. Давайте сядем в другую машину. Я прям к ним дрифтую. Нет, надо сменить это транспортное средство. Никуда не годится. Вот эта тачка нуба тоже никуда не годится. А они просто бегают за мной. Бегают, ребят, что будет, я не знаю. Нужно сесть. Я уже не успеваю никуда. В Амогуса сяду. Давай, Амогус! Быстрее заводись! Нет! В сосиску в тесте садимся быстрее! Что это такое-то? Я так близко был. Вот пирожка, ё-моё, не пинает пирожок. Меня пнули еще! Ой, ладно, там осталась тачка-нуба, которую я не опробовал. Давайте быстрее в окружение. Опа, ничего себе, он его пинанул, посмотри. О, куда улетел? Вау, он куда-то в воздух улетает. Давайте быстрее, вот эта тачка-нуба тоже неплохая. Давайте быстрее в нее сядем, он очень близко. Все, погнали. Вау, так эта тачка-то ничего такая, ребят. Ну это реально тачка-нуба, ничего, я вообще не могу. Быстрее бежим. Ребята, валим вот в эту тачку, быстрее сядем. Успели я? Не успею. Не успею, у меня просто развалюшки. Все, ребят, вонная ручка. Подайте ручку, пожалуйста, вон ту, я ее сейчас надену. Давайте пойдем, короче, какие у нас остались тачки? Что тебе, девочка, надо, что тебе надо? Ну-ка, иди к себе, давай. Давай, не пригоди, понятно? Понятно. Все, пойдем быстрее вот в эту. Кто вперед, они или я? Кто вперед, в пирожочек сядет? Вау, давай. Погнали в... Все, погнали, отлично, ребят. Нормально, да, машина? Нормально. Можно даже сразу здесь обедать в ней, своей же машиной. Ну что, ребят, посмотрите, какие классные сиреноголовые хаги. Это стихийные хаги. Ребята, классные, да? Один, короче, снег, видите, вокруг снег. Другой, значит, хаги огненные. Давайте подпалим дом соседу.
как подпалить дом соседу. Инструкция. Мы должны открыть гараж. Гараж открыть. Пока что не открыть. Давай, открывайся дверь. Оп, все, дверь открыта. Открыть гараж. Инструкция, да? В общем, запоминаем. Инструкция. Так, открываем дверь. Открываем гараж. И запускаем сюда Хаги. Заходите, ребят, заходите. Сейчас мы будем подпаливать дом соседу. Заходите, нет? А, вы слишком высокие. А где твой друг? А? Где твой друг? А, я понял. Сейчас я только выйду, и он меня поймает. Да точно, точно, точно. На что я рассчитывал? Вау, спасибо, что пинанул. Ладно, ребят, пока я домой пошел. У меня там сериальчик, короче. Пошел сериальчик смотреть. Вы со мной? Кто со мной, тот герой. Кто без меня, тот без меня. Все, ставь лайкосик на видосик. Подпишись на канал Айко.